Доступный 27-дюймовый монитор со множеством интерфейсов и хорошей картинкой. В этом видео мы распакуем монитор Digma с индексом DM-MONB2707 и познакомимся с его комплектом поставки, а заодно изучим внешний вид и характеристики. Поставляется монитор в утилитарной картонной упаковке и комплектуется шнуром питания от сети, HDMI кабелем, инструкцией и дополнительным метровым USB-C проводом. Монитор Digma позиционируется как современное мультимедийное решение для домашнего и офисного применения. Модель выполнена в современном безрамочном дизайне. Корпус пластиковый с матовой фактурой. Габариты не превышают 61 на 38 сантиметров без учета подставки, а вместе с ней монитор весит 6 килограммов 100 граммов. Подставка монитора обеспечивает широкий диапазон регулировок для домашнего и офисного применения. Высота подъема регулируется от 9 до 18 сантиметров, плюс доступна корректировка по углу наклона и вращения. Доступны и вес крепления формата 100 на 100. С лицевой стороны корпуса все внимание привлекает 27-дюймовая IPS-матрица разрешением Quad HD и яркой насыщенной палитрой изображения. Цветопередача на хорошем уровне. Охват цветового пространства составляет 100% sRGB, а максимальная яркость заявлена на уровне 350 нит. Частота обновления до 75 Гц, плюс есть поддержка AMD FreeSync. Из приятных бонусов отметим пару динамиков сзади и удобный джойстик управления меню самого монитора. Продвинутых настроек цветопередачи не предусмотрено, зато есть различные готовые пресеты. Обилие разъемов подключения не ограничено DisplayPort, HDMI и мини-джеком под внешние динамики. Монитор Digma легко можно подключить к современному ноутбуку через USB-C, поддерживающему быструю зарядку Power Delivery на 65 Вт. Через него работает пара USB версии 2.0 и один медленный USB типа B. Подытожим, монитор Digma DM-MONB2707 здорово подойдет в качестве рабочего инструмента для владельцев современных ноутбуков с зарядкой по Type-C, а также продвинутых домашних пользователей с потребностью в подключении различной периферии на рабочем месте.